Колпицы имеют клюв особой формы, напоминающий ложку. Этот уникальный клюв плоский и широкий на кончике, что позволяет им преодолевать мелководье в поисках добычи, такой как мелкая рыба, насекомые и ракообразные. Колпицы часто можно узнать по яркому розовому оперению, особенно во время сезона размножения. Они часто собираются в большие стаи. Известно, что они гнездятся колониями вместе с другими водоплавающими птицами. В период размножения колпицы устраивают тщательно продуманные ухаживания, которые могут включать в себя ограждение клювами, покачивание головой и взаимное прихорашивание.